Бежали, побежали, побежали, побежали. Одно из двух. Или вы играете на струнах моей души? У нас называется «Залытяетесь». Или вы попали под гипноз. И вы не справляетесь. Вы просто не справляетесь. И это может быть уроком для нас с вами. Под каким гипнозом? Под таким гипнозом. Под таким гипнозом. Уши отпадают. От ветра уши отпадают. Уже отпали от ветра. Алло. Что такое? Ворота не открывались. Наверное, света нету. Наверное, нету света. Наверное, нету света. Алло. Не, все нормально, только гремит. Сергей, правда, гремит уже прям так конкретно. Я не трус, но я боюсь. Сложно отлепиться. Ой. Ну, да, есть такое. Сначала трудно прилепиться, потом сложно отлепиться. Все как в жизни. Все как в жизни. Просто не хватает иногда какого-то шутки, юмора, простоты не хватает. Вот. Чем старше мы становимся, тем мужчины и женщины расходятся по разным полюсам. Это да. И радуга. Загадываем желание, дождя нет. А радуга есть. Радуга. Радуга, радуга. Радуга, радуга. Да, я говорю, что люди просто возрастом так отдаляются. Все становятся какие-то статусные, знаешь, имеют какой-то вес, что-то там в профессии, в жизни, характер. Наверное, как-то не очень хорошо быть таким простым, когда ты в таком возрасте такой простой. Это как-то... Я даже сегодня заметила в магазине там спросить. Да подожди. Пугаешь. Подожди, я еще домой не пришла. Громыхочешь что-то. Радуга идет. Радуга, радуга. Спаси, сохрани всех нас. Это же врата рая. Это же врата рая, радуга. Где-то гремит. Спаси, сохрани. Да, дождик сейчас. Там уже сильный дождь идет. Там уже дождь сильный идет. И уже здесь дождик идет. Ой, что вот хорошее. Война. Война, война. Старость. Что будет хорошо? Старость будет. Ой, так, нет. Нет, нет, нет.